Привет, я Руслан Градус. Слушай, очень жалко, что тебя не было. Концерт на ура прошел. Это Градус, и привет тебе. От нашего проекта есть выходы. То есть мы не просто делаем вокальный конкурс, делаем проект, откуда люди потом выступают на мероприятиях города Москвы, на концертах со звездами. Приглашает также наших конкурсантов на студию в Останкино, где они дают интервью. Вы в свободном плавании, то есть вы сами выбираете, где вам быть, в каких программах участвовать? Получается, сотрудничаю с ними, с этим продюсерским центром. Добрый вечер, Кремль! Не слышу вас! Все, чего желаю.